Ну что, начнем игру? Давайте. В прошлом Евгений Капустин – чемпион Беларуси среди юношей по шашкам. Полгода назад кандидат в мастера спорта возобновил карьеру. Перерыв длился целых 15 лет. В копилке сотрудника сельхозпредприятия свыше полусотни побед на различных турнирах. Сейчас бобручанин готовится представить Могилевскую область в высшей лиге чемпионата страны. Старт 21 января. Соберутся 12 сильнейших среди девушек и 12 сильнейших среди мужчин Беларуси. Этот турнир является отборочным ко всем международным соревнованиям, которые будут проходить в этом году, ну то есть чемпионаты мира, чемпионаты Европы. На Бобруйско-Громаше Евгений Капустин – наладчик холодно-штамповочного оборудования. Мастерски настраивает, регулирует и обслуживает станки. В работе, как и в шашках, решает сложные технические задачи на несколько шагов вперед. А после нелегкого 8-часового трудового дня не против сыграть пару партий. С Евгением мы работаем на протяжении уже больше, чем 10 лет. Он себя зарекомендовал как положительный, хороший работник. Коллектив нашего цеха, нашего предприятия верит в его победу. Сила Бобруйско-Громаша не в станках, а в человеческом потенциале. Как показывает практика, рабочие держат высокую планку как в профессиональной деятельности, так и в спортивной. Не исключено, что уже в ближайшее время сотрудник холдинга прославится на всю страну. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.